Посмотрите, я подошла к восточным платьям, костюмам. Посмотрите, какая красота. Все в пайетках, вышитое, в бархате, замочками. Посмотрите, какая красота. Красивые. И с юбками. Разные-разные. И платья с вышивками. Очень большой выбор. Отдел второй этаж теплый. 2В-36. Посмотрите, какие юбки красивые. Сейчас я спрошу у хозяина цены. Девушка, я такую красоту у вас увидела. Давайте моим подписчикам покажем. У меня есть и цыганочки, и восточные девушки. Расскажите опт и розница. Какие цены у вас? Чтобы они могли, потому что очень многие ищут восточные эти юбки, платья, юбки. Давайте вот начнем вот с этих костюмчиков. Мне очень понравились. Ой, простите. Вот, эти? Называйте, да, вот эти? Размеры и цены, да. Костюмчики есть в черном, в синем и в красном цвете. По 1000 рублей. Можно цена, подожди, 1000, опт, розница. Оптом. Оптом, а розница? Розница 1300. 1300, сразу опт и розницу называй. Ой, смотрите, отстегивается, это оказывается как троечка. Можно как с басочкой, да. Захотели басочку, захотели, видите? Захотели. Платье и как костюм можно. Да, троечка идет. Завязали. Захотели отдельно с юбочкой, захотели отдельно просто кофточка с юбочкой. Очень красивый костюм. Так. Платьики есть вот такие. Угу. На оп по 850. Громче говори. На оп по 850 есть. В рознице 1200. Угу. В синем и в зеленом она есть. Ага. Красиво. Поменьше блесток есть, вообще блесток нет. Еще вот такой костюмчик есть интересный. Да, сейчас вам покажет девушка. Посмотрите. Ой, сзади, видите, как вышито? Вышивку еще раз покажи сзади потом. Мне прям нравится. Под юбкой, видите? Сзади. Очень интересно. Угу. Есть темно-синяя, черная и бордовая. Три цвета. Так, цена 44,54, на оп по 1100. 1100, а розница? Розница полторы. Полторы. Угу. Так, вот эти костюмчики, да, с пайеточками, такая юбочка, по-моему, да? Да, юбка, идет. Пайеточка, ага. Сзади однотонка. О, однотонка сзади. Угу. В одном цвете она будет. 44 по 50, по 1000 рублей. Идет. По 1000, а в розницу? Розница 1300. 1300, ага, давай. Такие платья есть, да. Угу. Ой, посмотрите. Зеленый. Бусинка она идет. Да, да. Есть в зеленом и в синем цвете. 44,54. Цена полторы. Полторы опт, а розница? 2000. 2000. Так, пойдем вот сюда. Здесь что у тебя много тут? Много есть. Да, я смотрю, выбор очень здесь большой. Конечно, можно и смотреть, цены, здесь, да. Конечно, можно рассказывать. Да, посмотрите, здесь по бокам идет такая вышивка, видите? И вот с этой стороны. Вроде бы, костюмчик, да, и в то же время как спортивное, в то же время, да, и да. В то же время как классика. Размер какой? 44,54, здесь три расцветки. Сейчас я вам покажу. Ой, расцветочки. Три расцветочки. Видите, и здесь, и в клетку, пока девушка ушла. Вот они, видите, какие расцветочки? Синий, зеленый и коричневый, да. Красиво. А вот этот вот Гуччи, вот это вот с зелеными. Ну-ка покажи это платьишко. Угу. Видите, разные костюмчики. Так, ну-ка показывай мне. Угу. В черном варианте есть. Посмотрите. Есть в синем. Восточные женщины, видите, посмотрите, какая молодец, видите, еще все классно. Покажет. И в зеленом, ой, в черном. Черном, ага. И в синем. Да, да, да. Видите? Эти по 2000 велюр идет. 2000 в оптом, в розницу 2500. Видите? Они завязываются на поясочки, да. Да, да. Длина тоже длинная идет. 44,50. 44,50 размеры, видите? Очень. Все вот классные. Эти мне тоже нравятся прям. А вот для женщин, для полненьких, да, тут получается, да. Вот эти вот костюмчики. Костюмчик. Да, для полных женщин, да, с юбками. Тоже покажи. Да, и цены сразу громче называй. Вот эти по 1000 на опт. На опт, а розница? Розница 1300. Угу. Эти по 900 на опт идет. 44,54 в черном и в синем. Угу.
Вроде 1300. Угу. Так, а давай юбочки. Вот юбочки тоже цены назови. И размеры, и цены опты, розницы. Вот эти оптом по 600, 44-54 идут. Здесь есть разные есть рисунки. Ага. Рисунки и цвета есть по 600 рублей. По 600 рублей юбочки, опт, розница? 800 рублей. 800 рублей розница. Вот такие есть по 700 рублей, по бокам замочки. 700 рублей. 30 сантиметров. Опт, а розница? 1000 рублей. 1000 получается. Вот эти по 600, интересно. Видите, да. Вышивка, видите? Шлица идет. Шлица, видите, как очень красиво. В зеленом, в синем. И в красном. Угу. 900 рублей. Да. А вот эти костюмчики, вот, расскажи немножко. О, эти костюмчики вообще классные. Классные, да, да, да. Вот посмотрите. Женщины, да, лапша. Очень. И юбочки, посмотрите, тут идет. И этот. На юбочке карманчики есть. Видите, лапша, юбочки. Да. Юбочка и кофточки. Да, вот смотрите, очень идут. Красивые, да. Цену сразу. 800 рублей на опт идет. Опт 800, розница 1100. 1100. Ну, в принципе, я скажу, розница небольшая. Разница между 300-500 рублей. Это, я считаю, ну, это нормально, да. Рублей. Бывает вообще. А вот это вот платьишко стоит у вас, тоже интересный это такой. Это Фенди идет, новое платье. Да, мне вот тоже прикольно. Трапеция с карманчиком они идут. Ага. Сеточки с Гуччи. Фенди в коричневом, в синем цвете есть. Угу. Вот такие костюмчики. И посмотрите костюмчики, да, вот я тоже на них обратила внимание. Идет такая, как раньше, юбка Гаде, да, была раньше? Да, Гаде идет. Ага. Красная, черная. Вот, посмотрите. Сколько опт и розница? Оптом 1300, розница 1800. 1800 розница. И вот юбочки, видите? Черные, ну-ка покажи вот это, ага. Эти есть в черном и в синем цвете. Ага. Оптом 800 рублей, в рознице 1100. 1100 в розницу, 800 рублей оптом. Вот такие так. Вот отдельные юбочки. Вот юбочки, как мы платье показывали, да? Костюмчики. А, костюмчики, да-да-да. Сколько цена? 800 рублей эти юбочки. Все 800 рублей. Опт, розница? 1100. 1100, да. Цене. И вот бархатные, вот однотонкие, вот кто любит, не широкие. Любит. Широкие. Да, широкие юбки. Сколько опт и розница? 800. И вот я обратила внимание на детские платьишки. Посмотрите. Детское платье, костюмы тут можно приобрести. А сколько такие платьишки и костюмы детские? Платьица по 500 рублей на опт. Опт 500. 800. 800 розница. А костюмчики? Костюмчики по 1000 рублей. Мальчик это идет в синем и в черном. Это опт 1000, а в розницу полторы идет. Так. Также я обратила внимание вот на эти, так, а вот эти вот кофточки. Это ангора идет, мозги там. Ага, сколько цена? 3000 на опт. 3000 на опт, розница? 6000. 6000. А леопардовый вот этот костюмчик? Это платье с накидкой идет. Платье прямая. Погромче. Платье прямая идет, давайте я вам покажу. Ой, ты моя зайка, да, давай. А то девушки очень много спрашивают восточной одежды, и я вот еле нашла вас. Вот, и цены, кстати, я скажу, довольно приемлемые у вас, хорошие. Да, потому да. Что мы не завышаем, потому что есть... Я смотрела, был всем отдел очень было. Дорого, да. Посмотрите, какой красивый, он длинный. Еще классно. Можно да. Отдельно носить. Его отдельно, кофточку отдельно можно, да. В красном, в синем есть и в тигровом. И в тигровом. До 52 размера. До 52 размера. А вот эти верхние, посмотри. Здесь идут прямые, ярусные и одноярусные платья. Угу. Но 1300, в рознице 1800. Ага. Расцветки ясно. Разные есть, да, очень видите? Много расцветок, моделей очень много, здесь можно рассказывать и рассказывать. Да, 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 я смотрю, выбор хороший у вас. Бесконечно. И мне вот эти вот понравились тоже, вот черные, да, 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 эти вот эти. Халатики. Вот. Халатики, вот, халатиками, посмотрите, длинные такие, видите? Есть в черном, в красном, здесь уже рисунки разные. Да, вот видите, черный цвет. Это бамбук. Бамбук? Это бамбук, да. Тёплый угу. Бамбук хороший. Угу. До 60-го они. До 60-го размера. И вот эти давай мы посмотрим. Вот серенькая мне понравилась. Вот это с кармашками тоже. Угу. Есть в расцветки сером. Какие? И в бордовом есть. Цены сразу? 1000 рублей, но в розницу 1300 рублей. 1000 в розницу 1300. Видите, бордовый цвет. Вообще также классный. Здесь вот эти можно купить. Рисуночки разные есть. Разные. И в таком модель есть.
Есть по бокам. А, вот, ага. Очень много рисунок. Да. Ну, так, сейчас вот смотрите, еще модельки у нас получается в бордовом цвете и в сером. А, еще зелененький, изумрудный такой, видите, с кармашками. Ткань такая, кстати, материал очень такая приятная. И скажите, опт и розница? Оптом и розница 1800, оптом 1200. 1200 оптом эти платьюшки, 1800 в розницу. Видите, какие модельки интересные. Вот такая красота восточная. Да, да. И разные цвета. Угу. Ну что, девчонки, вот такой вот обзорчик я вам сделала восточной одежды. Получается, теплый рынок, 2В, второй этаж, -36. Обязательно заходите, и я вам скажу, здесь очень большой выбор. Девушка правильно сказала, здесь можно бесконечно, бесконечно показывать всякие разные для полных. У нас каждую неделю 3 раза за вас бывает. Вот, видите, разные и летние можно купить, всякие для полных. Поэтому вот, вот такие вот красавицы, одевайтесь, заходите.